нас не получится. А почему ты решил, что у нас должно получиться? Не обижайся, я имею в виду, что у нас ничего не получится в таком месте. Хотя, думаю... Что? Тебе бы хотелось куда-нибудь пойти со мной? Я никуда не пойду с мужчиной, тем более отсюда. Понятно? Никогда. Никуда. Понятно? Если бы Артуру не был таким, не знаю, слов не найду. Животное, скотина примитивная. Что он говорит? Вот она настоящая женщина. Мне все равно, что думают эти двое. В моей жизни есть вещи поважнее чужого мнения. Я — это я, такой, какой есть. Живу я для себя. Она почти красива. Твоя проблема в том, что ты всегда считаешь себя правым, а все остальные тебя недостойны. Но на мой счет ты заблуждаешься, Артуру. Я не намерена терпеть твои выходки. Твой характер не по мне. Не знаю, права ли Миранда, но я на ее стороне. Она женщина. Я не с тобой, Артур. Я не с тобой. Да какое мне до них дело? Для меня существует только Габриэла. Моя Габи. Хорошо? Эстрелия, Роксана, можете идти. Но, Рикардо... Идите, я вам говорю. Но я могла бы остаться с тобой. Я тоже? Нет. Мне надо хорошо отдохнуть к завтрашнему дню. А перед этим еще столько надо сделать. Оскар! Ты останься. Надо доделать еще 3 модели. Давай, действуй быстрее. Завтра тебе придется сдаться, дорогая. Да, хочется посмотреть на тебя после твоего поражения. Это будет большим удовольствием для меня. Дорогая, я так волновалась. Мама, мы задержались на работе, потому что завтра у нас ответственный показ моделей. Это сеньор Федерико, это моя мама. Я очень волновалась, очень приятно познакомиться. И мне также, сеньора Грубер. Извините, сеньор, я не подаю руки, потому что возилась в земле. У меня руки грязные. Я не приглашаю вас пройти. Это место не для вас. Вы так неожиданно к нам заехали. Спасибо вам, что привезли мою девочку. Всего доброго, сеньор. Еще раз спасибо. Извините, нам пора идти. С вашего позволения, сеньор. До свидания. Спокойной ночи. И еще раз спасибо. До свидания. Мама, ну что ты? Сейчас ты у меня замолчишь.
Ну-ка, ну-ка. Ты у меня сейчас заткнешься. Кусак, что случилось? Какое? Что это? В этом году представление моделей пройдет несколько иначе, чем в прошлом. Нам предстоит выбрать одну коллекцию из двух. Обсуждение состоится за закрытыми дверями, без участия модельеров. Это конкурс, отец? Почти. И ты будешь судьей? Нет. Чтобы избежать подозрений в необъективности, я не буду участвовать в отборе. Этим займутся господа, которые здесь присутствуют. Отец, мы с тобой всегда сами отбирали модели. Извини, но твое решение мне кажется смешным. А мне демократичным. Господа модельеры, сдайте ваши папки, и пусть победит сильнейший. Пусть победит сильнейший. Где моя банка? Где она? Вчера вечером я оставил ее здесь. Господи, только не это. Эта банка мне очень нужна. О, Господи, только не это. С вашего позволения, вы приняли решение? Да, приняли. И каково оно? Давайте подождем Федерико. Оставь эти формальности, Сусанна. Давай покончим с этим. Я представляю отца. Говори. Федерико так решил, и мы должны его подождать. Я тоже начальник здесь, Сусанна. Я требую огласить результаты совещания. Давай, Сусанна, прекрати это представление. Скажи этой девочке и всем нам, кто победил. Ну, говори, говори. Ну, если ты так хочешь. Да, конечно. Поздравляем Габриэлу Грубер. Твои модели восхитительны. В нынешнем сезоне в производство пойдет твоя коллекция. Спасибо. 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 No a las drogas.